Que de hecho, si tú зажимаете y следите за ногами, потому что в первую очередь от страха зажимаются ноги. Y por eso estáis, debéis estar pendientes del momento, porque el primero que se tensa son las piernas. Ну, это только один из советов. На самом деле, сейчас у меня вышло 21 совет, как избавиться от страха. Это только один из советов. Eso fue uno de los consejos del libro de cómo evitar el miedo escénico. В моей книге самое интересное, что самые главными главы являются с третьего урока. Я думаю, что этот урок надо было все-таки сделать как первый. Lo más importante de mi libro es el ejercicio 3, la lección 3, y pienso que debería haberla puesto al principio. Где даю упражнения, как почувствовать предметы на расстоянии и как сотрудничать, подружиться со смычком и со скрипкой. Y ahí explico cómo sentir los objetos a través de la distancia y cómo ser amigo del violín y del arco. Когда я смычок, у меня как единое целое, то есть конец смычка, конец пальца, да, у меня в конце смычка. И я чувствую смычком вибрацию скрипки. Tengo el arco como todo una parte entera y siento el final del brazo en la punta y вибрацию скрипки, чувствую. Y siento la vibración del violín a través del arco. Мы знаем, что скрипка имеет свою вибрацию, струны, деки, подставка. Sabemos que el violín tiene sus propias vibraciones, las cuerdas, la tapa y el fondo. Смысл техники правой руки – это помогать этой вибрации. И la esencia de la técnica de mano derecha es ayudar a esa vibración. И сейчас я вам покажу, как я играю стаккато, а потом попробую раскрыть этот эффект Копперфильда, каким образом, что в данный момент, в какой-то момент я делаю. A continuación mostraré cómo toco el staccato y explicaré cómo descubrir este efecto Copperfield. На самом деле, сейчас, просто я сразу говорю, зачем я буду сейчас следить? Я буду стараться максимально освободить руку. Ahora voy a estar pendiente de liberar el brazo en lo más posible. И стараться ничего специально не делать. Y no hacer nada especial. Очень важно использовать законы физиологии. Es muy importante utilizar las leyes de la fisiología. Что такое движение вниз и вверх? ¿Qué es el movimiento arriba y abajo? Один из главных секретов правой руки – это владение весом руки. Uno de los mayores secretos del dominio de la mano derecha es el dominio del peso. Как только мы подключаем давление, пазы становятся жесткими. Como cuanto antes empleemos la presión sobre el arco, los sonidos suenan más duro. Почему? ¿Por qué? Потому что давлением очень трудно управлять. Porque con la presión es muy difícil controlar. Его трудно просчитать. Y es muy difícil de medir. Весом можно, вес можно чувствовать. Y con el peso sí que se puede. Сейчас моя рука падает вниз, она падает как осенний лист. Ahora mismo mi brazo cae hacia abajo, cae como una hoja. Как падает осенний лист? ¿Cómo cae una hoja de árbol? Ничто не давит на него сверху. Nada le presiona por arriba. Ничто не тянет его снизу. Y nada le tira desde abajo. Он падает естественным путем по закону всемирного тяготения. Cae solo con la ley de gravedad. Solo el viento puede cambiar su trayectoria. Когда мы играем на скрипке, движение вниз должно быть естественным. Cuando tocamos как роль листа. Cuando tocamos el violín, el movimiento de abajo tiene que ser natural. И скорость смычка регулируется исключительно тем, что мы добавляем вес или его наоборот поддерживаем. И скорость смычка. Скорость смычков, да. La velocidad del arco depende de cuánto peso más o menos le pongamos. Вот сейчас вот плавное движение. Если я полностью освобожу вес, рука у меня упадет. Сейчас я плавно ее поддерживаю, и она плавно медленно падает. Почему очень хорошее упражнение рекомендую? Плавно рука падает. Como cae el brazo solo. А вот сейчас, смотрите, сейчас выйдет такой эффект. Как думаете, что я сделал, чтобы она быстрее упала? ¿Qué crees? ¿Qué he hecho especialmente para que caiga más rápido? Я всего лишь больше освободил мышцы. Solo he liberado más los músculos. Я не добавлял ничего, я не давил. No he presionado nada, no he aumentado. Просто здесь я мышцы держу. Solo ahí sujeto los músculos. Они работают немножко больше. Trabajan un poco más. Какое-то движение я их освобождаю, даю ей упасть, а потом опять подхватываю. То же самое на смычке. Я хочу играть медленным смычком. Я как этот лист,
она у меня плавно падает. Lo mismo en el arco, quiero tocar despacio en el arco. Если я тебя быстрее, я даю чуть больше веса, набираю быстрее. Y si quiero tocar más rápido, pongo más peso y tocará más rápido. Но часто распространенная ошибка, когда начинают добавлять это, добавлять силу. Pero el error más común y más extendido es que empiezan a poner más peso. Может привести такой пример: машина едет с горы. Un ejemplo, por ejemplo, es que un camión, un coche pasa por una cuesta. Она сама едет. И каждый раз, а потом нажимаете на газ, чтобы она ехала искусственно на моторе. И después pisamos el acelerador para que vaya artificialmente con el motor. Зачем, если она может ехать сама? Para que si puede caer sola, si puede llevar, ¿cómo se dice? Llevar sola, conducir sola. Да сэкономить бензин. Así ahorramos el combustible. Зачем добавлять силу, какое-то усилие, если рука может сама играть, не сможет сама падать, нужно только регулировать этот вес. Para que añadimos más peso si el brazo puede caer solo y solo tenemos que controlarlo. Dejemos que el brazo caiga tranquilamente. Dejémosle al brazo caer tranquilamente. Следующий момент. Учи, когда воспринимаете руку как единое целое. El momento más importante es que tenemos que percibir, pensar en el brazo como un entero. Потому что если будете рассчитывать, какую часть мышцы делает какое движение, это слишком сложно. Porque si empezamos a pensar en qué partes del brazo hacen qué movimientos, será muy difícil. Освободить руку быстро делает сама. Y tenemos que liberar el brazo para que lo haga, solo. Сейчас расскажите, как играть верхничком. Ahora mostraré cómo se toca arriba con el arco. Два великих закона, как играть мячок вверх и вниз. Dos grandes leyes importantes de cómo tocar el arco arriba y abajo. Когда играешь вниз, используя закон сильного тяготения, она падает сама. Cuando tocamos abajo, utilizamos la ley de la gravedad y cae sola. А когда играет вверх, смотрите. Y cuando tocamos arriba, mira. Второй закон инерции. Es la segunda ley, que es la inercia. Вверх она двигается сама по инерции. La arriba se mueve solo con la inercia. Сейчас я пока все объясняю, потом это покажу на скрипке, чтобы вы поняли. Ahora lo explico, pero a continuación lo mostraré. Если рука делает сама, вниз, падает вниз, а вверх идет по инерции. Нету смен смычка, есть одно движение. No hay cambios de arco, hay solo un único movimiento. Полностью свободна рука, которая играет сама. El brazo que toca solo está totalmente liberado. Чем меньше усилий мы делаем, тем лучше техника. Cuanto menos esfuerzo empleemos, la técnica será mejor. Касается левой, чем свободнее пальцы, чем легче пальцы. И también la mano izquierda. Cuanto más libres los dedos, más mejor la técnica de la mano izquierda. Любой зажим тормозит нашу технику. Cualquier tensión nos obstaculiza nuestra tónica. Поэтому главная цель каждого музыканта – работать над освобождением. Por eso la meta de cualquier músico es trabajar sobre la liberación. И чистить свою технику. Y limpiar nuestra tónica. Какое отличие форте, как играть форте и пиано? Какая разница между играть форте и пиано? В принципе, своем никакого отличия. Принципиально, но и генерально, но никакого отличия. На форте играется ближе к подставке и добавляется немножко больше веса. Pero en el fuerte tocamos más cerca del puente y añadimos un poco más. Но звук должен быть такой, таким же мягким. Pero su nivel tiene que ser igual de suave. На скрипке нельзя царапать. Y no hay que raspar. На скрипке нужно петь. Hay que на форте играть просто ближе к подставке и больше, еще больше расслаблять мышцы и чувствовать вес руки. Я играю длинные ноты, я слежу за тем, чтобы моя рука полностью освобождалась и сама падала вниз. Toco las notas largas para estar vigilando que el brazo se libere solo. Тоже один из секретов стаккато.
Otro secreto del staccato? Я не воспринимаю staccato, движение staccato как отдельный штрих, как отдельное движение. Que no pienso el staccato como un movimiento aislado. Я играю главную длинную ноту. Toco una nota larga. С одинаковой скоростью с работой рукой. Con la misma velocidad del movimiento del arco. И на это движение добавляю движение staccato. Y en ese momento añado el movimiento del staccato. Которое не является главным. Que no es el más importante. Я добавляю его как жемчужины на ожерелье. Но очень важно, чтобы сама эта длинная нота была правильно сыграна. Pero es importante de que solo esa nota larga sea bien tocada con un brazo libre. В одном месте на минутку потерял контроль, и сразу же было слышно уже ухудшение качества. Durante un momento perdí el control y se notó que la calidad perdía, que perdía la calidad. Ну, реанимация, это новый, не занимался. Pero que estudia, no Ничего, сейчас мы тренируемся. Ahora practicaré. О том, что действительно пальцы не нужны, я считаю хорошим простым способом. Я могу играть только двумя пальцами. Включая большим пальцем и мизинцем. Если бы я это играл пальцами, то это невозможно. Я это играю всей рукой. И в этом случае я могу пальцы менять, как я хочу, но мне не нужно. Мне нужно только, чтобы поддерживать и как последний. Son necesarios para soportarlos y como intermediarios. Самое сложное как раз у меня содержать руки. Pero lo más difícil de mi técnica es liberar el brazo. Сейчас немножко говорю по поводу смен смычка еще. Ahora hablaré un poco más sobre el cambio de arco. Как я говорил, я не воспринимаю движение вверх и вниз как два разных движения, воспринимаю как одно движение. Como dije en deportivo, los movimientos arriba abajo como movimientos aislados, sino como un único movimiento. Самая лучшая смена, которую мне слышно. Grazie a tutti.
точно так же можно играть длинные смычки в каждом пальце в отдельности. Сейчас расскажу один очень важный секрет. Который доказывает о том, что действительно никакого давления не нужно. Самое главное – это почувствовать смычком струну, почувствовать вибрацию. Lo más importante es decir con el arco la vibración del violín. Это трудно объяснить, это можно почувствовать. Es difícil explicar, pero es necesario sentirlo. Использовать определенную энергию. Использовать определенную даже энергию, я сказал. Utilizando determinadas energías. Пальцы его скрипача даже не как у слепого, очень чувствительные. Los dedos del violinista tienen que ser como los dedos de un ciego, suficientemente sensibles. Сейчас я докажу, что действительно пальцы на самом деле не как посредники, но... На самом деле, как бы не очень нужны. Я могу добиться звука, прикасавшись к любой части смычка. Сейчас я буду играть то, что воспринимается как фокус, но это не фокус, это наука. Я сейчас попробую добиться приличного звука, прикасаясь только к винту. Intentaré dar un buen sonido tocando solo con la cuchilla. Solo con la cuchilla. Realmente no utilizo ni presión ni el peso. Это доказательство, что для этого можно использовать немножко другие законы, чем даже вес. Eso demuestra que puedo utilizar, que se puede hacer con diferentes leyes que no sea el peso. Это довольно трудно. В любой части, как бы не просто, мгновенно научиться чувствовать этот звук. Звук должен быть мягким. Сейчас я немножко что подохну от лекции, могу сыграть что-то. Сыграть Баха. Только Бах? Бах. Только Бах. Всегда очень важно видеть, как это работает. Es importante ver cómo funciona.